Из Парижа с победой, уставшие, но безгранично счастливые ребята из ижевской студии Мода Арт вернулись из Франции, где на европейском уровне доказали – они лучшие. Конкурс был рассчитан на французскую аудиторию. Для нас это было очень необычно, потому что французская публика оказалась совсем другой. Они гораздо консервативнее, чем мы, и начинают аплодировать только тогда, когда аплодируют уважаемые члены французского общества, либо взрослые люди начинают кричать «Манифик» и «Браво», и тогда аплодирует весь зал. Нам аплодировал весь зал. Русская культура покорила жюри, студия Мода Арт привезла в Ижевск 3 призовых места и высшую награду Гран-при, обойдя серьезных соперников из Испании, Израиля, Италии. На некоторых коллекциях даже мы слышали «Браво», что не очень запало в душу, я запомнила. Даже до сих пор иногда слышу, как кричат зрители. Это очень невероятное впечатление. Непередаваемые. Во Францию возили 8 коллекций, каждое призовое место. Гран-при разделили номера древа, посвященные памяти предков, имена и лица. Он о жизни актеров на сцене. Обрадовалась, то, что вот мы получили гран-при. Это потому что приехать в Париж сразу же, чтобы получить гран-при, это сложно. Для меня это что-то больше, чем просто поездка. Для меня это, я набиралась опыта. Как-то общалась с новыми людьми, знакомилась. В будущем студия Мода Арт планирует не одну заграничную поездку, пока думают, где лучше показать русскую и удмуртскую культуру. Дарья Коновалова, Анастасия Редько, Артем Пушин, телеканал «Моя Удмуртия».